11 часов и 6 минут в нашем городе. Это программа «Мужской понедельник». Добрый день. Традиционное приветствие от ведущих передач Николая Голикова и Владимира Сметанина. Да, начинается новая рабочая неделя, и мы по традиции в начале программы делимся тем, о чем будет идти речь сегодня в нашей студии. После 13.06 слушайте интервью с Михаилом Некрасовым, руководителем компании «Нанолек», и с недавних пор, как известно, депутатом Законодательного собрания Кировской области. После 13.05. Во втором части «Мужского понедельника» будем говорить о ситуации в Великорецком, а вернее на погосте в Великорецком, да? Да. Вот, вместе, знаете, с сухостоем вырубили вековые деревья. Да, ну и накануне, как известно, был Покров, праздник Покрова. Покровская суббота. Суббота, да, была Покровская, день поминовения усопших родственников. И я просматривал сообщество в интернете, в социальных сетях, и я поразился, огромное количество жалоб на состояние кладбищ. То есть не только Великорецкого проблема касается. Неубранный мусор, захламленная территория, повалившиеся деревья, ветки и так далее. В общем, что происходит, попытаемся разобраться после 12. Владимир, ну, кладбище ведь это уже как бы город мертвых. Если у нас в городе живых мусор и поваленные деревья, то что ж говорить о кладбищах? Вот сейчас вот как-то философски, да. А что ж? Замечание что было, ж? Да. Если как у нас... относимся к живым, так относимся и к мертвым. Да, что касается первого часа, то у нас, можно сказать, есть такая традиция в начале года и в конце года. К нам приходит Юрий Николаевич Лаптев, председатель контрольно-счетной палаты Кировской области. Вот он сегодня в нашей студии. Юрий Николаевич, добрый день. Добрый день. Я посмотрел, вы 5 февраля были у нас последний раз. Почти целый год прошел, да. Спасибо. Ну, это и понятно. Отчетный период, да, завершается. Период проверок и так далее. Как... Спасибо большое. Да, конец года, добрый пора, день. Конец года пора подводить итоги. Вот некоторые итоги мы сегодня будем подводить. Я прав? Да. Только да, некоторые, да. Я да, думаю, некоторые. Еще пока. Да, да, да. Потому что действительно до завершения, так сказать, полного исполнения наших планов еще далеко. У нас впереди оценка исполнения бюджета за 9 месяцев, экспертиза проекта бюджета на следующий год. И, тем более, в этом году это будет попозже все-таки. Да, в этом году... Почему напомнить? В связи с майскими указами президента на федеральном уровне вносятся определенные изменения, поэтому пока не ясно. Ну, видите, дело в том, что не уже... Не совсем ясно, сколько денег будет выделено регионам. Уже, да, уже областной бюджет, не бюджет, а в закон о бюджетном процессе внесена поправка о том, чтобы принятие бюджета отложить до 20 декабря. И, как известно, последняя сессия... О бюджете области собрания, мы говорим, если да, на всякий случай. Да. Она планируется на 13 декабря. А поэтому у нас в ноябре уже, да? Да, раньше в ноябре принимали. В первом, да, уже. Да. Да, уже принимали. То есть в окончательном виде бюджет на следующий год может появиться 13 декабря. Тут, вообще, тут какие-то риски есть, простите, перед Юрием Николаевичем. Вы знаете, риски, вот так уже риски связаны с тем, что после принятия областного бюджета вот в этот очень короткий отрезок все муниципальные образования должны принять собственные бюджеты. Они сегодня существенно зависят от областного бюджета, угу, от тех денег, которые областной бюджет выделяет муниципалитетам в виде дотаций, субсидий, субвенций, поскольку... Очень большое количество муниципальных образований на 80% финансируется за счет областных денег. А у них отсрочки никакой нет там? А они зависят от областного бюджета. А-а-а. То есть вот как только областной будет принят, как станет ясно, да, на уровне потом области, вот эти оставшиеся время, они... им надо будет в срочном порядке верстать уже свои бюджеты. Mm-hmm. Да, бюджеты должны быть приняты в текущем году. А когда делается в ППХ, ну так чисто по-человечески, ну я думаю, увеличивается... это идет. Конечно, увеличивается риск каких-то там... Они только не знают вот конкретной суммы, да, как и... Mm-hmm. У нас не знаем мы сейчас, сколько мы получим из федерации, так они не знают, сколько получат из области. Если говорить о бюджете, то вообще тема бюджета – это постоянно присутствующая тема в нашей работе. Сегодня мы анализируем исполнение за 9 месяцев. Сегодня мы анализируем риски, связанные, так сказать, с завершением финансового года. Ну и анализируем, в принципе, уже закончили практически эту работу, поправки, которые будут вноситься в бюджет текущего года на ближайшем заседании октябрьском законодательного собрания. А вот когда эти поправки вносятся, они тоже через вас проходят, да? Безусловно. Это обязательно требование бюджетного законодательства. То есть получается, что практически вы бюджет мониторите постоянно? Мы постоянно мониторим бюджет. У нас очень большие срезы идут по полугодию, по 9 месяцам и по году. Да, это стандартная
стандартный подход. Но, тем не менее, в текущем режиме мы тоже наблюдаем за бюджетом. И вот уже сегодня можно сказать, что вообще исполнение в целом выглядит очень благоприятно. Особенно это касается доходной части. Если говорить с начала года, то в доходную часть вносилось 3 раза поправки, и бюджет был и увеличен... Они все время шли на увеличение. Да, и бюджет был увеличен порядка там на 1 259 000 000. Доход сегодня... бюджета, да? Да, доход. И сегодня мы доходную часть уже уточненным планом установили более чем 51,5 млрд рублей. Это очень хороший показатель. И практически... В прошлом году ведь ниже была цель. Конечно. Было. И планируемая ниже была, да. Да. И мы практически перевыполнили налоговые, неналоговые доходы. Правда, небольшое перевыполнение идет. На 400. Именно по собственным доходам. Доходам. Но надо сказать, что увеличились и безвозмездные поступления. Это что такое? Это то, что нам федерация дает. Это то, что нам дает федерация. И они увеличились на 11%. Причем и дотации увеличились, и субсидии, и субвенции. Поэтому все то, что касается доходной части, выглядит очень прилично. Государственный долг у нас сохраняется на прежнем уровне, 26 миллиардов рублей. У нас действует соглашение о реструктуризации. Я правильно понимаю, что это последствия вот этого соглашения, его исполнения? Безусловно. Что у нас доходная часть подрастает. То есть это требование этого соглашения. То есть мы должны повышать собственные доходы. Эти требования. И мы сохраняем бездефицитность бюджета, что тоже принципиально важно. Это тоже требование того же соглашения, бюджет должен быть бездефицитным. Да. Если говорить о расходной части, то вот на сегодняшний день все обязательства мы пока выполняем в полном объеме. Но при этом надо сказать, что определенные риски невыполнения обязательств все-таки присутствуют. Но они могут коснуться текущей кредиторской задолженности по расчетам, допустим, с ресурсосберегающими организациями. И... ресурсоснабжающими, то есть? Ну, да, ресурсосберегающими. О, ресурсоснабжающими. Поставщиками. Да. Они снабжают, а сберегаем, то мы пытаемся. Есть определенные риски невыполнения обязательств по программе переселения. Об этом говорится. Фонд говорил федеральный, о том, что у нас есть. Да, и фонд у нас серьезно... Не фонд, министерство, в лице так сказать, заместителя министра область критиковали за то, что мы отстаем. Вообще, это программа реализуется у нас в этом году в 16 муниципальных образований. Объем денег превышает с учетом области 1 100 000 000. Очень серьезные риски пока возникают по 8 муниципальным образованиям. Ну и последствия для нас, конечно, могут быть достаточно печальными. Я даже опускаю то, что там будут финансовые какие-то санкции, дисциплинарное наказание. Речь идет о том, что программа переселения будет продолжаться и в будущие годы. А мы можем в нее не попасть? Не то, что не попасть. От этого будет зависеть объем финансирования, который область может получить в последующие годы. Но там речь-то идет, насколько я понимаю, просто о сроках исполнения, да? Вы знаете, все деньги, которые выделены в текущем году, должны быть освоены, реализованы. В этом году финансово. Да. И программа должна быть выполнена. Определенное количество людей должны получить, так сказать, жилье. Жилье должно быть построено, надлежащего качества, и так далее. Есть определенные риски, в общем-то, выполнения обязательств по программе предоставления жилья детям-сиротам. Потому что вот с сегодняшними поправками там, значит, снимается 60 миллионов с этой программы. При этом в прошлом году, значит, с программы было снято 100 миллионов. То речь идет о том, что муниципальные образования не выполняют, значит, свои обязательства. То есть деньги снимаются, потому что они их не осваивают, не могут освоить. Да, да? Конец года, чтобы не создавать риски, не осваивать. Муниципальное образование просто отказывается от этих денег, и область, собственно говоря, так сказать, проводит соответствующие корректировки. А это задача муниципалитетов как раз, и поиск, строительство жилья для детей-сирот. Эти полномочия у нас переданы в муниципалитет. На муниципальный уровень. Вот. Еще раз подчеркну, в целом ситуация складывается достаточно благоприятная. На сегодняшний день все обязательства мы выполняем.
для жителей региона, вот, рядовых жителей, вот, тут есть конкретный плюс? Или жители региона на себе, в общем-то, это не чувствуют особо? Нет, ну что, вы смотрите, у нас ведь 65%, так сказать, областного бюджета тратится на обеспечение социальных обязательств. Социально ориентированность. Владимир, если вспомните некоторые минувшие годы, когда к концу года просто не было в бюджете денег на зарплаты, да, то в этом году этого, судя по всему, не произойдет. Конечно. Да, потому что если все идет по плану, бюджет пополняется, конечно, то, по крайней мере, работники бюджетной сферы будут, по крайней мере, получать заработную плату. А были годы, когда этого не было в конце года. Хорошо, вы ответили на мой вопрос. Бюджетники, так, в общем и целом, а у нас их, знаешь ли, очень могут много не беспокоиться за то, да, хватит ли у них там зарплаты в конце года. И, соответственно, семьи бюджетников тоже. Семьи бюджетников, а это сотни и сотни тысяч людей, конечно, в нашей области. Так, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. У нас разговор продолжится после нее. Юрий Лаптев, председатель контрольно-счетной палаты Кировской области. Буквально полминуты, и мы вернемся. Давайте продолжим. Бюджет, подведение предварительных итогов, оценка его исполнения со стороны контрольно-счетной палаты – это не единственная наша сегодня тема. Мы хотим поговорить и по контролю с расходования средств в сфере культуры, моногорода, проверка районов Кировской области – то, чем традиционно занимается контрольная счетная палата. И далее вот давайте уже к сфере культуры, да, переходим. Да. Проверка культуры была проведена в этом году. Мы охватывали проверкой 2 года, 2016-2017 год. Всего в этот период в сфере культуры было направлено 1 300 000 000 рублей областного бюджета, в составе которых 145 миллионов – это деньги федерации. Ну, в результате использования денег, как установила счетная палата, действительно произошло улучшение материально-технической базы. Оно коснулось 23 учреждений культуры. 16 учреждений было отремонтировано. И, ну, мы построили детский космический центр. Угу. Это все ушло в рамках этой программы, конечно же. Вместе с тем, в ходе проверки было установлено достаточно большое количество нарушений. Их суммовое выражение составляет 39 миллионов рублей. Ну вот самые такие серьезные связаны с нецелевым использованием выделенных денег. Их объем нами оценен в 4 миллиона рублей. То есть самое распространенное нарушение, оно касается ситуации, когда районы выделяют деньги на текущий ремонт, а деньги тратятся на капитальный ремонт. Это, как правило, происходит, на мой взгляд, от нашей беспросветной бедности, потому что когда район получает копеечку на клуб, конечно, он начинает ремонтировать крышу, поскольку это создает риски вообще для всего здания. При этом не давая отчет, что это не целевые траты, поскольку это капитальный ремонт. Ну, это понимаете тоже, Игорь Николаевич, вот говорит, не целевые траты, вот люди как понимают? Не целевую трату получил деньги и тратил их на свои нужды. Вот, это не целевая трата. В данном случае мы о другом говорим, да? То есть это буквально они просто, ну, как бы, они тоже делают хорошее дело. Они тоже ремонтируют. Они тоже ремонтируют, да. Вы понимаете, речь ведь о чем идет? О том, что капремонт требует наличия проектной документации, наличие государственной экспертизы, контроля, потому что в ходе капитального ремонта меняются несущие конструкции, что в последующем при некачественном ремонте создает риски обрушения. Это рухнет, да. Это не просто, это не мы придумали. Как говорится, эти правила и порядки, они написаны кровью. Много нарушений установлено в связи с использованием государственного и муниципального имущества. Объем их мы оценили в 4,3 миллиона рублей. О чем идет речь? Ну, прежде всего, ремонт и содержание помещений, которые не используются для нужд культуры. Ну, к примеру, под Осиновец. В 2015 году было отремонтировано помещение библиотеки. Это помещение, как установила проверка, а мы проводили ее в 2018 году, не использовалось. То есть, как бы они отремонтировали, библиотеки там нет, это имеется в виду? А оно не используется, оно просто стоит, отапливается, как говорится, освещается, а помещение не используется. Вот это уже совсем непонятно. Ну, вот когда крышу ремонтируют, да, понятно почему, да, нарушают, да? А здесь не очень понятно, зачем ремонтировать, если деньги поступили? Ну, на всякий случай, это бесхозяйственность элементарная. Наконец, содержание невостребованного имущества. Там в Слободском было установлено, в Котельниче было установлено. Очень интересный пример мы обнаружили Порябово. В 16-м году... Зуевский район. Да, в 16-м году произошло обрушение, значит, крыши
вот конюшни. Дерево на ее упало. Возведение, да, в свое время было потрачено там 1 200 000 рублей. Упало дерево. Угу. До сегодняшнего момента, прежде чем идти на передачу, я еще раз попросил уточнить, сделано ли что. Ничего, к сожалению, не сделано. Ведь речь идет об отношении к государственному имуществу, к нашей общественной собственности. Деньги-то на этот ремонт они были выделены им? Ну, деньги-то надо для начала попросить. А, то есть они и не просили? Ну, по крайней мере, вы видите. Ну, это не... КСП ну, за это не отвечает. Нет, КСП, понятно, не отвечает, просили, но КСП это контролирует. То есть да, одно дело, ну вот конюшню надо ремонтировать, да. То есть, значит, первое, они должны были попросить денег, они и этого не сделали. Ну, вот, к сожалению, так. Речь идет еще о таком распространенном нарушении, как неправомерное использование имущества. Допустим, когда имущество лишнее сдается в аренду без соответствующего договора, когда оно сдается без разрешения собственника, когда у собственника нет официально зарегистрированного права собственности. Имущественный комплекс в управлении культуры достаточно большой. И вот эти нарушения, так сказать, они носят, конечно, такой массовый характер. Так, а примеры можем привести тут, Юрий Николаевич, тогда? Ну, примеров масса тут, ну, честно говоря, ну, просто давайте, ну, кое-что, ну, чтобы понятно было, чтобы понять, о чем речь, да? В чем там? Ну, вот я это понимаю так, что вот есть у меня дом культуры, я тихонько сдал там в аренду пару помещений, да? Ну, без, да, конечно. Под парикмахерскую, например. Под парикмахерскую, да. Неважно подо что, да. При этом... И тихонечко, ну, извините, просто кэшем получаю денежки и трачу их на свои, там, не личные, ну... нужды, а на какие-то нужды учреждения, да? Да, но договором это не оформляется, как бы никто же об этом вроде и не знает, пока проверка не придет. Ну, здесь ведь риски возникают, что эти деньги можно присвоить, вы же понимаете. Конечно. Ну, это такие риски. Но Николай-то как бы... более-менее прав. Да? Примерно, да, об этом, да, речь идет. Примерно, да? Об этом. Да, да, примерно об этом. Можно, это ведь не только в районах далеких, там это и в Кирове у нас безусловно, происходит. Безусловно, да. Поэтому вот по итогам этой проверки 63 должностных лица были привлечены, так сказать, к ответственности, в том числе административной, дисциплинарной. И еще раз, пожалуйста, Юрий Николаевич, напомните, 2 года это какие годы? Это 16-17. 16-17. Да. Да. Ну и реакция правительства, безусловно, последовало на результаты этой проверки. Надо сказать, что в оперативном порядке так были внесены все поправки в действующее нормативное законодательство, прежде всего в госпрограмму, что позволило исключить в дальнейшем нецелевые затраты там и другие нарушения. Наконец, они начинают разбираться очень активно с имуществом. И еще одно очень важное обстоятельство, на мой взгляд, сегодня решается вопрос о том, чтобы включить в процесс строительства реконструкции, ремонтов капитальных Министерства строительства и УКС. Согласитесь со мной, что этими вещами должны заниматься специалисты. Самого, культура, да, должна, так сказать, петь, плясать там и так далее, выполнять свои, так сказать, полномочия. Насчет должностных лиц, Юрий Николаевич, что интересно было, вы когда проверяли Вятскую филармонию, да, там по итогам проверки 11 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Я впервые узнал, что у нас в филармонии есть 11 должностных лиц. Ну вот. Слушай, ну. Открытие. Ну, вот так. Ну, этот вот вопрос, он у нас находится на контроле. И в ноябре месяце итоги устранения нарушений будут рассмотрены на профильном комитете вот областного законодательного здесь собрания. Здесь еще есть такой вопрос по поводу устранения. Опять же, когда вы иногда сообщаете о том, какие меры были приняты, там есть такой термин, значит, и было устранено такой-то процент устранимых нарушений. Что вот это значит? Да, и что делается с неустранимыми? Что с ними происходит? Вы знаете, ничего, потому что, ну, как сказать, ничего. Я, ну, условно говоря, я погорячился. Там были найдены нарушения, установлены нарушения на сумму в 12 миллионов. Да? Устранено, скажем, на сумму 800 тысяч. Это столько-то процентов от устранимых нарушений. А остальные этого 11. Я вас понял. Ага. Речь идет о том, что, допустим, возврат средств – это устранимое нарушение. Это реально. Есть нарушения, которые действительно, ну, невозможно устранить, потому что это все уже прошло. В этом случае мы требуем, чтобы были приняты меры, которые бы способствовали не повторению подобного нарушения в будущем. Здесь речь как раз идет о том, чтобы скорректировать нормативно-правовую базу. Поэтому вот... А вот еще интересует меня, Юрий Николаевич, да, вот про ремонты вы говорили, да, ремонт, ну, на текущий ремонт вроде деньги выделены, а делается капитальный, крыша. Да.
И вот выявили такое нарушение, и что, крышу разбирать, что ли, потом? Нет, почему? Конечно, крышу никто не собирается разбирать, но, извините меня, экспертизу-то надо сделать. Надо быть уверенным, что эта крыша не рухнет. И это делается? Конечно. Экспертиза, да? То есть соответствующие инстанции, они тут реагируют? Конечно. А вот эти деньги, которые потрачены нецелевым образом, они возвращаются? Нецелевым образом, да. Мы по каждому факту нецелевого использования денег мы направляем соответствующие уведомления в Министерство финансов, которое применяет в соответствии с бюджетным меры бюджетного реагирования, предполагающие, конечно же, возврат денег. То есть, условно говоря, если в район направлены были деньги на текущий ремонт и истрачены нецелевым образом на ремонт крыши, то из бюджета района эти денежки возвращаются обратно в областной. Безусловно. То есть так я понял. Да. Ну, в целом, вот такой, подводя небольшую итоговую черту. По культуре, да. Да, в целом прислушиваются к выводам КСП? Да, конечно. И да? Тут оперативно реагируют органы власти? Конечно. Да. Вот в данном случае здесь, так сказать, у нас ни упреков, ни замечаний нет. Как ситуация складывается, ну, посмотрим в ноябре. 18-й год, когда будете уже проверять? Культуру имею в виду. Вы знаете, у нас столько много объектов, что я не знаю, в следующий раз, когда до культуры дойдут руки. Может быть, года через три, да. Может быть, да. Может быть, через три. Может быть, какие-то выборочные, так сказать, проверки будут проведены. Ну, есть же учреждения культуры отдельные. Вот вы тоже гармонию проверяли. Да. Конечно. Есть же проверки и общие, и частные. Юрий Лаптев, председатель контрольно-счетной палаты Кировской области. Мы подошли к рекламной паузе. Она продлится буквально минуту. Чуть больше, и мы продолжим нашу беседу. Продолжаем наш разговор. Юрий Лаптев, председатель контрольно-счетной палаты Кировской области. Мы говорим о проверке контрольно-счетной палаты палатой нескольких сфер. Да. Да? Говорили бюджет. Как раз о расходовании средств на госпрограмму развития культуры. И вроде бы тоже пришли к выводу, что все не так страшно в нашей культуре. Нарушения есть, но они... Устранимы. Устранимы, да. Еще... Конечно, я надеюсь, все-таки отремонтируют Рябов. Да. После нашей передачи, я думаю, они просто обязаны. Еще одну сферу затрагиваем. Поддержка моногородов. Да? 11 их штук в нашем регионе. Здесь, насколько я понял, все-таки больше занималась наша главная счетная палата, российская. Вы знаете, сложно сказать, кто больше, кто меньше занимался. Но вот то, что касается Кировской области, занимались мы. Угу. Это сфера наших полномочий. Угу. То, что касается в целом оценки ситуации, которая складывается в России, проверки Федерального фонда поддержки моногородов, это занималась счетная палата. Но при этом скажу, что сотрудники счетной палаты, 3 человека, приезжали в Кировскую область, и мы вместе с ними оценивали, так сказать, 2 района – Белую Холуницу и Лузу. Лузу, так. Это те территории, которые получили поддержку из фонда развития моногородов. Луза за 2 года получила 349 миллионов, а Белая Холуница 242 миллиона. Это деньги, выделяемые на создание инфраструктуры для инвесторов. Должен прийти инвестор или инвесторы, которые, так сказать, пришли, которые создают рабочие места, тем самым снимают социально-экономическое напряжение в данной территории. Это как раз создание рабочих мест, итоговое, чтобы люди не в городах, которые зависят от одного предприятия, не зависели от него, имели возможность трудоустроиться и жить нормально в этом городе. Да, так, 600 миллионов почти. То есть, конечная цель все-таки это появление инвесторов, создание новых рабочих мест. Уйти от монозависимости. Да, да, да. Ну вот то, что касается там конкретных нарушений, они типичные, собственно говоря, что для Лузы, что для Белой Холуницы, если говорить об использовании денег. Ну, в Лузе, например, так сказать, деньги были 115 миллионов рублей, например, было потрачено на создание канализационно-очистных сооружений. Но когда они проектировали, они завысили объем потребностей инвесторов. И, так, а более простым языком, что значит завысить объем потребностей? Инвестору надо, допустим, там объем 100, а спроектировали на 200. На 200 чего? Объем переработки. Сбросов. Да. Соответственно, если бы они планировали более
маленькие очистные, они бы дешевле стоили. Они бы стоили дешевле. Угу. Поэтому, так сказать, получилось так, что без подключения других потребителей, значит, было невозможно эксплуатировать эти сооружения. Они там какое-то время стояли невостребованными. Угу. Затем состоялись переговоры правительства с фондом, договорились подключить население, но, учитывая то, что это уже не целевые расходы, область вынуждена была подписать соглашение о возврате в федеральный фонд 80 миллионов рублей. И мы, кстати, об этом еще до этого там говорили. То есть, Юрий Николаевич, правильно ли понял, что они, когда вот планировали личные сооружения, не предполагали, что инвесторов будет просто больше? Конечно. Да. А в итоге получилось так, что сооружение-то построили, а инвесторов-то не привлекли. Да. Так вышло, да? Да. И, кстати, в соглашении присутствует пункт, что объем возврата будет уменьшаться в связи с тем, что будут появляться новые инвесторы. В этом году 10 миллионов мы уже перечислили, и в 2019-2020 равными долями должны перечислить оставшуюся сумму. Примерно такая же ситуация у нас сложилась и в Белой Холунице. Когда там что? На объекты вот инфраструктуры, объекты, которые были построены на эти деньги, значит, угу, инвестор использовал только 2%, так сказать, от объема. Всего лишь 2%. Да. Поэтому... То есть, видимо, такая же картина, то есть, как бы строили, планировали, что будет востребована эта инфраструктура. Да, да. Инвесторам. Да, инвесторам. А инвесторов... не оказалось. Инфраструктура востребована, но жителями и так далее. То есть получилось так, что моногород за счет источников фонда построил, так сказать, себе инфраструктуру. Как бы, ну, хороший, позитивный момент. Но здесь возникают риски возврата. Цель-то не тает, получается. Да, цель-то не достигнута. Здесь возникают риски возврата. Поэтому, ну, вот они существуют, а решение на этот счет будет, конечно, приниматься федеральным фондом, пока оно не принято. По Белой Холунице. Да. По ВУЗе уже принято, как я понял. Да. Помимо денег целевых фонда, мы еще и оценивали эффективность других мероприятий. Ну, прежде всего, вот я их назову, 5 шагов благоустройства. Финансирование шло, так сказать, по госпрограмме «Современная городская среда». Оснащение автомобилями скорой помощи каждого моногорода. Их 11. Все они получили новенькие автомобили скорой помощи. Модернизация лечебных учреждений. Это реконструкция и ремонт и регистратуры. Во всех 11 это мероприятие было проведено. Ремонт центральной улицы за счет текущей деятельности. Ну и в Вятских Полянах создание вот территории опережающего экономического развития. Могу сказать, что общий вывод заключается в том, что пока вот реализация этих мероприятий, она не повлекла коренного улучшения ситуации. То есть, например, я так понял, что они довольно формально отнеслись к этим вещам. То есть, вы вот, понимаете, да, деньги очистные, мы построили, все вроде бы сделали. Ведь. Вы понимаете, дело в том, что... Освоили деньги. Дело в том, что... А суть-то и проекта в том, чтобы не построить очистные сооружения, а в том, чтобы люди работу получили. Ну, так, конечно, я понимаю, да? Конечно. А работу они получат на предприятиях, которые будут использовать эти очистные. Да, а у нас получилось так в итоге, что в той же Лузе, допустим, численность трудоспособного населения сократилась на 1300, там, а в Белой Холунице почти на 800 человек. То есть а уровень уехали. Регистрируемой безработицы по моногородам у нас по-прежнему превышает среднероссийский показатель. То есть вот если говорить о каких-то конкретных показателях, то они, к сожалению, не достигнуты в ходе реализации вот этого комплекса мер. Ну и рабочие места. Вот если говорить о постоянных рабочих местах, то показатель выполнен был только на 90%. Поэтому вопрос был рассмотрен на коллегии Счетной палаты. Российской? Ну, да, конечно. Угу. Мы принимали участие в заседании. Ну, в качестве утешения могу сказать, что ситуация у нас не самая худшая в России. Подобная ситуация у нас, собственно, по всем моногородам, а их в России 319 в 61 субъекте. И в целом вывод, который был сделан, что вообще комплекс мер, принимаемых правительством Российской Федерации, он не имеет запрогнозированного, запланированного эффекта.
Нет стратегического, да, видения. То есть показателей не достигается. То есть от монозависимости эти города, эти населенные пункты практически не уходят. То есть что-то надо менять в государственной программе, видимо? Как-то может смещать быть, акценты? Да. Но пока, насколько я знаю, заменили руководителя фонда. Ну, это ну, самое простое, по-моему. Ну, лишь бы не отказались вообще от поддержки моногородов. Я думаю, что нет, это невозможно. Здесь нужны, так сказать, увеличивать и объемы поддержки, и нужно реализовать какие-то другие программы. Ну, конечно, мы ждем от федерации, так сказать, поддержки. Федерация, кстати, в свою очередь ждет, видимо, и от нас, чтобы... Мы... Все-таки, да, чтобы деньги все-таки тратились как-то, ну, с достижением поставленных целей. Да, более эффективно, что ли. Хорошо, бегут минуты нашей беседы. Еще одну тему хочется затронуть. Районы, да, проверка некоторых районов. Вот я как раз спросил еще, вот как районы выбираете для проверки? Ну, вы знаете... Монетку кидаете или как? Или план есть какой-то такой? Вы знаете, традиционно мы сейчас взяли за правило каждый год по три района ставить в проверку. Угу. Мы эту работу корректируем с контролерами из Министерства финансов. Мнение районов спрашиваете, Юрий Николаевич? Они знают о том, что вы придете? Кого контролировать? Ну, они знают тогда, когда появляется план. Мы его публикуем, и тогда узнают в начале года, но, тем не менее, у них есть возможность все-таки подготовиться к такой проверке. Там некоторые люди в районах сидеют, не знаю, резко стареют, узнавая проверку. Проверяем мы деньги областного бюджета, которые бюджет направляет в муниципальное образование. При этом привлекаем контрольно-счетную комиссию муниципального образования, чтобы она проверила состояние местных доходов, местного бюджета. И таким образом в итоге получается целостная картина. Целая картина, да. Вот. Первая проблема, которую хочу обозначить, что у нас... Давайте назовем три района, которые проверялись в этом году. А, да. Еще раз, да. Это Нема, это Луза, это Белая Холуница. И Белая Холуница, да. Вот общая такая проблема для всех, это... Ну, Лузу и Белую Холуницу заодно по моногородам проверили. То есть у вас все хорошо тогда. Вот, молодцы, да. Эффективно работает контрольно-счетная палата. Ну... Это то, что общего, у нас все-таки, так сказать, зависимость муниципальных бюджетов от областного бюджета сегодня растет. И вот по трем муниципальным образованиям, которые я назвал, эта зависимость составляет более 80%. То есть собственное средство меньше 20%. Да, к сожалению. При этом в двух районах... При этом это не самые плохие районы в области. Да, безусловно. Да. При этом в двух районах бюджеты дефицитные, и там есть государственный долг. В Белой Холунице на начало текущего года госдолг составил 50 миллионов, в Лузе 40 миллионов. Вообще проблема наличия долговой нагрузки в бюджетах муниципальных образований, она остается довольно серьезная. Общий муниципальный долг по Кировской области нами оценивался на начало этого года в пределах 4 миллиардов рублей. Правда, хочу сказать, что половина из них — это деньги, так сказать, город. Это долг города Кирова. Но в составе муниципального долга в основном присутствуют коммерческие кредиты. У банков занимают? Конечно. Обычных, да. Да, не в бюджете. Под коммерческий процент. А вообще они в бюджете могут занять? Могут, но у бюджета областного нет таких возможностей. Там, там лимит определенный да, есть. Там очень незначительные, так сказать, объемы закладываются на какие-то неотложные нужды, связанные со стихийными бедствиями там, и так далее. Поэтому, значит, вот это действительно проблема, которая требует решения. И если на уровне субъектов федерация нашла такое решение, у нас реструктуризирован долг, поскольку в составе долга 14 миллиардов, у нас же это бюджетный долг. Угу. Как быть с муниципальными образованиями? А здесь не заместишь на бюджетный долг. Конечно. Вот что. Поэтому, так сказать, мы думаем, что федерация на этот счет, а проблема уже обостряется на уровне федерации периодически, она должна, так сказать, субъектам... То есть это не только в Кировской области, да, такая картина? Конечно.
она должна субъектам в этом смысле помочь. Значит, что мы проверяли в этих муниципальных образованиях? Mm-hmm. Деньги, которые выделялись на дороги, на строительство объектов социальной сферы, охрану окружающей среды и так далее. Общий объем нарушений, который был установлен, 153 миллиона рублей. Ну, много или мало? Ну, это надо сравнивать с бюджетами этих образований. Я скажу, что, как бы, так сказать, так, ничего такого критичного здесь нет, но, тем не менее, это достаточно большая сумма для муниципалитета. Да. Достаточно даже для трех. Большой. Значит, какие типичные нарушения? Использование денег с нарушениями условия предоставления субсидий. Вот то есть субсидия на целевым, да, идет? Конечно. Да, назначение. Вот типичный пример по Неве. Значит, деньги выделены на капитальный ремонт двух школ и детского сада по гранду Червякова. Угу. Администрировало эти деньги Министерство сельского хозяйства. Деньги были, причем одно из условий, так сказать, использования денег, это наличие проектной документации. Угу. Район использовал их без соблюдения этого условия на основе локальной сметы. Ну, что такое локальная смета? Это расчет денег. А проектная сметная документация, она же предполагает обоснование технических решений, тем более речь идет о капитальном ремонте, подробный план где работы. Существуют риски определенные. Ну, а мы как раз с этого, собственно, и передачу начали, да? А сумма здесь 10 миллионов почти. Поэтому, конечно, район с этой оценкой не согласился, и сейчас мы с ним выясняем отношения в суде. Но! А должностные лица, которые администрировали это в Министерстве сельского хозяйства, привлечены к нами к административной ответственности. И, значит, они должны суда, были проконтролировать вот это расходование средств. Они администрируют эти, санкционируют эти расходы. То есть мы же, так сказать, район выполнил, мы по факту деньги перечисляем. И здесь было допущено грубейшее, так сказать, нарушение, которое повлекло административную ответственность. А для Немского района это чем чревато? Возвратом? Возврат 10 миллионов из муниципального бюджета. Это большая сумма, да. При условии не слишком хороших там, бюджетных времен. Да. Так это Немский район, как раз, по-моему, на 80 с лишним процентов дотационен. Еще один пример использования, так сказать, ненадлежащим образом выделенных денег. Опять же, по ними 74,5 миллиона выделяется на ремонт дороги. Там надо было отремонтировать часть этой дороги. Ну, во-первых, с низким качеством все сделано. Во-вторых, там, значит, вместо того, чтобы асфальтом покрыть, там, щебенкой, так сказать, закатали. Поэтому, собственно, мы оценили эти траты как неэффективные расходы бюджета. Нецелевые траты нами установлены были и в Белой Холунице. Они, опять же, касались, так сказать, использования бюджетных инвестиций в строительстве и капитальным ремонтом. То есть они там капитальный ремонт сделали вместо текущего опять, да? Вы знаете, там ситуация была очень интересная. Там, значит, да, вместо реконструкции, куда должны быть потрачены деньги, они потратили их на другие цели, связанные с восстановлением там зеленых насаждений там, и так далее. Сумма там небольшая, но тем не менее факт использования с нарушениями нами был зафиксирован и установлен. В Лузе были выявлены нарушения, связанные с использованием денег на поддержку местных инициатив. В чем там, собственно говоря, была фишка? И, кстати, претензии... Николаевич, 30 секунд, у нас уже заканчиваем время. Договорите, пожалуйста. Мы претензии предъявили не Лузе, а предъявили министерству. Потому что что получилось? 5 миллионов бюджета областной дал на ППМИ, а вы знаете, по условиям там должно быть софинансирование. Конечно, да. Когда провели торги, получилась экономия. И эту экономию пустили на проект, сэкономив деньги муниципалитета. Это же неправильно. Поэтому Министерству на паритетных началах договаривать, Министерству развития было предложено поменять подход и перейти на процент. Четко зафиксировать процент софинансирования. Понятно. Все это говорит все-таки о низкой достаточно дисциплине в муниципальных образованиях бюджетном и плохом администрировании доходов со стороны министерства. Понятно, что нами меры приняты, везде направлены предприятия,
представление. Вопрос мы держим на контроле. Мы направили во все муниципальные образования вот перечень этих нарушений, чтобы исключить, чтобы они там себя тоже не нарушали. Что будет на деле в следующем году, посмотрим. В следующем году следующие три района. Конечно. Пока сказать, какие. Ясно. Юрий Николаевич, я надеюсь, что в конце этого года мы еще ведь сможем встретиться, да? Обязательно. По бюджету, конечно, надо будет Обязательно. Давайте в декабре запланируем еще. Спасибо. Эфир, да. Под Новый год. Спасибо большое, Юрий Лаптев, председатель контрольно-отчетной палаты Кировской области. Первый час у нас завершен, час новости, и мы вернемся с новой темой через 20 минут.